Так, а мы отмечаем праздник 9 мая. Вась, что-нибудь хочешь сказать? Поздравить кого-нибудь? Всех с праздником? Да. Да. Здоровья, здоровья, семейное счастье, всем желаю. Что желаю? Родители, которые погибли, умерли. Земля пухом, старше и небесно. Вот это правильно. А нам жить, все жить. Вот это правильно. Продолжаем отдых. Так, вечерело. Привет, привет. Сегодня 9 мая. Всех с праздником, ребята. Мы идем в старый дом. Сегодня там прокультивировали на тракторе. Сейчас посмотрим и вам покажу. Вот, кстати, тот. А мы туда? Ну чё, говорит, всем семейством. Но мы идем по своим делам. Не будем смущать человека. Вот, блин, вообще чудненько. Все цветет. А интересно, батя, там? Интересно, говорю, там. Родник. Родник там где-нибудь есть? Ты помнишь вообще? Да я уже забыл. Забыл? Искать будешь, что идет. Вот да. Здесь вот под цвет. Под черемухой? Там... Юрок не успевает, он днем работает. Поэтому вечером приходит культивировать. Сегодня много кто? Сегодня много кто посадил, да, по-моему? Да. Ну все, да. Ладно, что? Мотоблок пройдет. Да? Можно было сразу, блядь. Ну, блядь, сыро было, видишь? Поторопились. Вот он, сыро начинается. И вот здесь самая низина. Здесь вот землю поднимать надо в любом случае. Ну, а куда деваться-то? Возить сюда. Либо весь навоз, смотри. Олег. Всем привет. Сегодня будем готовить рыбу. Вот наловили. Сейчас вот карасики, карпята. Сейчас мы замаринуем и после пожарим. Ветер сегодня сильный. Вот не знаю, получится, нет на костре. Полчок сперва. Нарежем и через стенку пропустим. Чтобы сок. Сок дал? Да, хорошо прочитался. Ну да, когда. Смотри, как карасик как издевается. Все коты здесь. Ну, где-то часок, наверное. Часок будет придаваться? Примерно тогда. Отлично. Ветер так, вот этот перец. Ветер может стихнуть. Душистый, вот он горошком. Как раз он будет самый давать такой аромат перчинный. Так, у нас жарили эту горбушу, теперь карасиков с карпятами нужно жарить. Но это уже по-другому. Так, сейчас душистый перец? Нет. А все. Комментатор говорит, это должен. Ага. Так, сейчас. Анекдот про рыбалку, да. Давай какой-нибудь. Ну все, сейчас накроем и это. Пусть. Маринад закончился, да? Да. Все, отключай. Отключать? Отключай. Ну скажи, напутственное слово-то. Ждите, ребята, скоро будет. Сочно лучной перченной рыбы. А. Карась, прудной или как правильно называется?
овощном перечном соусе. Так, а вы как готовите такую рыбу? Тоже напишите в комментариях, вот что вы, какие специи пускаете и какие там вот эти приправы, препараты. Вот. Давайте просто делиться, будет интересно. Так что поудобнее присаживайтесь, будет очень вкусно, очень нежно, четко, деликатно там. Так, и самый главный момент, запрятали все это под тазик. Их прохладное место. Кто отцепил свои деньги? 5 лет. 52 года за мной. Я 52 года бросил. Ну, сейчас 50 лет. 2 года, ты что, бухай? Тебе за самим следить нужно, ты да, людей учишь. Ты учишь? А я отцепил. Ну вот. Каждому свое. Все алкоголь потом, потом не останавливается. Пища богов. Молодец. Картошка вкусная, тоже. Полинки там оставь. Та-та-та-та! Ну вот, к нам пожаловала рыба. Будем брать руками, наверное, вот так. Во! А это напьется таки. Во, прям! Сейчас на машине. Рыбка. Уехал в центр на машине. Витька. Этот самый старший. Самый старший таист. Перед таисткой Настя была. Сначала первая Настя, да? 31-го года, что ли, нет? 31-го. Или первая Витька? Витька с 37-го года, говорю, 38-го. Таиска с 34-го. Угу. 8 детей, да, было? Охренеть. Трое умерли. Трое умерло. Корка прям. Во! Хочешь, ты что-то на 7-2? Вкусно. Да. Вкусно. Это карп или карасин? Это, по-моему, карп, наверное, мне кажется. Ну вот, вот такую, блядь, и деньги не заказать, да? Ну, наверное, сколько? 6 килограмм. Да он себя оправдал, 150, наверное, стоит или сколько? Так, весом продает. Ну, на 300 рублей столько не купишь. Ну, на 302 килограмма. Может, 8 рыб. 8-10 рыб. Ну, просто понаглели, наверное. Надо было поменьше, конечно. Но если кули вешь, кули не брать-то. Нет, ну понаглели не всегда, блядь, счастье бывает. Не каждый выходный везде. Может, осенью сейчас возможность может. И не всегда так клюет. Ну там может. А чем кормят они? Говорю, не говорит. Ну чем? Ну чем нас 3 года вы держит? Потом спускает. Да. Ну как ему, блядь, разрешили, блядь, это? Да. Ну пруд-то, блядь. Ну какой-нибудь сельский он был бы. В администрации какой-то бугор был. Соседи какие-то новые появились, наверное. Ладно, это хорошо. Короче говоря, всем привет.
Батя, как всегда, в своем репертуаре, не дождался ни хрена. Пошел один. Вот. В этом году, как батя говорит, одни инвалиды, а жрать-то всем хочется. В общем, справляемся. Ну вот он идет, сам один. Смотрите, как батя инвалид, вот на одной ноге, вот действительно я поражаюсь. С мотоблоком даже справляется. Да и не только. Но земля жестковата, конечно. Он на малых оборотах делает. Вот гусиные лапки. Не тяжело? Не тяжело? Я думаю, вот эти концы, блядь. Здесь для лука надо, блядь, пойду. Кайфуешь? Не надо. Кайфуешь, говорю? Каждый год здесь постоянно земля просто катастрофа. В этом году я, может, рассказывал же или не рассказывал, планируем все сделать иначе. Сейчас все это непонятно, потом все будет ясно. Короче, здесь трактор застрял, начал культивировать постоянно сыро. Здесь нужно завозить землю. Вот батя пошел второй круг. Да он не второй, по-моему, пошел. А по воле, я бы сказал бы. Вот это, наверное, перегной вот сюда. Перекидать вообще было бы классно. Пойду посмотрю, вилы есть или нету. Thank you.
конечно, блядь, тяжеловато. Не, говорю, конечно, тяжеловато, да. После операции-то за лопату браться, блядь. Попробовал, сейчас покидал. Ну и сразу немножко тяжело. Поэтому как-то вот так вот. Ну ничего, ладно, все это дело прорвемся постепенно. Вот самое главное, у бати болезнь. Короче, они привезли семена травы. Вот какой потом скажу. Сейчас не помню. Когда будем уже сажать. Попробовал, что-то сложновато. Проходи. Нам вот это. Вот эта часть будет картошка, короче, поэтому у него кипит нужно сделать. Так вот, как батя говорит, одни инвалиды, блядь, и некому работать. Ну, куда деваться, приходится жрать-то, хочется. Сегодня ветер, я не знаю, будет нормально слышно или не будет. Ну, я думаю, нормально. А столько вопросов всегда все задают, а это ты как делаешь, а то вот как делаешь. Вот она, все в реальности. Тоже, блядь, все болит.